Последние репетиции перед бенефисом. Андрей Лещенко в роли Ивана Семеновича Великатова в пьесе Островского «Талант и поклонники». Бедная молодая актриса предпочитает его другим мужчинам. Девушку привлекают славой и благополучие. Встаньте. Мартын Прокофьевич, вы расстраиваете Александра Николаевна. И на сцене, и в жизни народный артист России ведет себя скромно и добродушно, легко вступает в беседы, общается на равных. В его жизни было несколько сцен – саратовского, драматического, кемеровского, владикавказского. Оренбург стал родным в 1988 году. Режиссеры предлагали Лещенко иные сцены и гонорары. Я не согласился. Я сказал, я уже бросил якорь в Оренбурге. Вот. Я сюда приехал, тут были живы те актеры, с которыми я хотел работать. За годы работы им сыграно более 150 ролей. Театралы со стажем помнят его в спектаклях «Вишневый сад», «Маскарад», «Чайка». Сейчас зрители видят Андрея Федоровича в очень простой истории и в «Милых людях». Ему по силам и исторические персонажи, а сегодня мы видели, как он вновь взялся за роль героя-любовника. Охмурял я за жизнь, знаете, сколько? Очень много. За 50-то лет у меня было столько ролей. И в основном такие роли охмурительные. Вот. Поскольку я, когда выпускался, я был, ну, как герой-любовник. Его любимые фотографии на сцене, в гриме, среди коллег и дома, в кругу родных. Жена, сын, внучки, они всегда рядом. Говорит, когда вместе, то и роль учится быстро. Поэтому и в 70 он играет в театре. С такой же заинтересованностью, что и 50 лет назад. Ему аплодируют миллионы. Елена Давыдова, Виктор Яковлев, «Новости дня».